Ну вот. А мы вот так пройдемся. Да-да-да, а мы вот так пройдемся, сниму сверху аллейку. Чтобы было видно, что сейчас происходит на Поздняках. Пирамида вечно достраивающаяся. Скоро должна, по идее, достроиться. Да, травичка такая зеленая вся. Люди на вельчиках покатушечки устраивают. Ну что, в принципе, достаточное количество людей вышло на продукцию, на прогулку, так как дождить временно, может быть, перестало. Запах, несмотря, да, люди дышат природой, да, несмотря на мой гоморит, я чувствую запахи, так что вот это парк Поздняки, там уже и чаечки и все остальное. Люди отдыхают. Все уже, зима, как говорится, прошла. А мы сейчас поедем. А земля что? Зима не даром злится, прошла ее пора. Зима не... Не даром злится, прошла ее пора. А, да, зима не даром злится. Весна в окно стучится, гонит и гонит. Весна во двор стучится и гонит со двора. Так что, ребята, выходите на улицы по возможности и вдыхайте свежее повітря, бо це необхідно.